Друзья, всем привет, солнечная Анапа на связи. Здесь сегодня жарко, но здесь сегодня очень ветрено, и ветер порывами достигает порой 18 метров в секунду. Ну и давайте всех буду представлять. Меня зовут Иван Канаев, я для вас эту встречу прокомментирую. Судьи, которые будут работать на этой игре, Виктор Листратов, арбитр из Санкт-Петербурга. Первый судья Григорий Митин, арбитр из Москвы. Второй судья. Далее. Третий судья Васиф Мамедов из Москвы и Александр Самонов из Самары, судья-хронометрист. Номер первый – голкипер Владимир Устинович, номер четвертый – Лука Панкратов, номер 21 – Иван Авдеев, номер 22 – Артемий Дрозд. Вот такой состав сегодня, соответственно, у Строгинской команды, Алексей Савченко – главный тренер москвичей. Двух очень важных игроков оставить за пределами заявки на матч. Итак, «Кристалл», номер 77-й, голкипер Александр Беседин, номер 10-й, Датинья, номер 29-й, Ярослав Прудников, номер 88-й, Остап Федоров, номер 9-й, Родриго. Это старт. Видим, какие порывы ветра. Начинают строгинцы, удар поворотом, мяч вообще никуда не улетает. Даже такое ощущение, что застрял Прудников. Самое главное, абсолютно так психологически не выпадающий. Родриго уже первый удар бразильца. Точно три футболиста имеющие право выступать за сборную России. Поэтому тут они в этих правах, ух, мамея, где-то доходят до хороших ударных точек. А здесь получится ли удар поворотом? Нет, мяч прямо в руки Беседину летит. Иван Авдеев. Думаю, что, может быть, на каких-то домашних этапах кого-то из них мы увидим. Или, может быть, матч, когда «Кристалл» будет уверенно вести. Ух ты, какой момент. Сейчас сумел среагировать. Датинья. Как защитник, Родриг как нападающий. Сейчас от Остапа Федорова удалось убежать. И удар поворотом. Вот он, Мисхетели Чигашвили. Он пробил. Не без ошибок, но так достаточно монолитно вписался вот в эти построения команды. Ух ты, сейчас Епурь выручает. Гапон продолжает. И Ремезов бьет. Сколько раз уже сложились. Еще один удар выше. Бьются как львы в защите, накрывая удары. Но вот туда бисеклет у Ремезова, Локомотива и Спартака. Ну все же. «Кристалл» выступил очень здорово. Какой удар сейчас невероятный просто траектории. Артемий Дрозд, по-моему, крестовина даже была. Датинья ответ мимо. Хорошо обработал, когда вот левой ногой. Датинья назад уже на Беседина. Александр. Удар. Устинович кулаками. Первопериодный перформанс получается. Беседин, передача вперед, скидка, ну здесь, и здесь Устинович. Ну и что у нас в воротах у Старгина? Устинович остается. Ах, вот и первый гол, это Игорь Бриштель. «Кристалл» вышел уже с другим зарядом. Как сделал это Игорь Бриштель? Вау. Ну и, кстати, надо отметить, что пока нету Дмитрия Самохвалова, Дмитрия Фролова на поле, они в ротации. Удар бисеклета, и опа. Как же здесь не добавил Олег Гапон. Ну-ка, Жариков бисеклета. Да, это было небольшое касание, которое сделал именно он. Еще один удар. «Кристалл» вообще не дает сейчас Старгину поднять головы. У «Кристалла» ряд футболистов ушел. Много про это говорилось. Алексей Макаров в «Локомотив», Артур Папоротный в «Лекс», Кирилл Романов в «Саратов». Все-таки, все равно эта команда не получилось тут поднять. На бисеклету получилось чуть позже. Очень даже недурно. Артемий Дрозд все сделал. Ну, кстати, Кирилла Инюткина еще сегодня нет, если... А вот удар издали Устинович и добивание. И счет становится 2-0. Галиадора. Конечно, здесь Луку Панкратова он переиграл. Да, Бриштель Гапон пока забивают белорусы. Пока вот так. Белорусские голы. Так немножко прижал песок его Мистель Чигашвили. Разбегается, бьет и штанга. Мне кажется, что Беседин. Давайте смотреть вот здесь. Ну, вообще, сыграют, видимо, они с Бесединым. Остап Федоров тут уже не ударить. Зато можно пробить вот так. Ну и пробил Родриго. Вообще, Родриго так не любитель просто так на удар выходить. Вот по таким вот мячам. Он с дальнего расстояния. Остап Федоров. Ух ты. Стали потихоньку ротацию включать. Родриго головой. Как под перекладину-то выцелил. Шикарно. Ну и что-то там подсказывает он, что... Федоров.
Тинья, здорово, в стенку Федоров. Дальше, а почему не отдать Родриго? А может быть, потому что как раз вот тот самый песок с горкой, с мячом. Ну что, Иван Островский, Дядечков. Удар, и Островский отбивает. Еще мяч. Среагировал. Здесь падение Нежельского. Идет передача на Родриго. Родриго из-под игрока пробовал пробить, не получилось. И дальше уже Бисиклета. И здесь Устинович что творит? Все было исполнено в этой атаке. Да и дальше тоже... Ну, такая Бисиклета прямо в руки Островскому, Артемий Дрозд. Ну, один из самых активных, наверное, если мы смотрим. На Строгино, какой удар от Луки Панкратова. Вот хорошо Лука, он, кстати, не так часто бьет. Любит. Мягкий пас, и здесь чуть-чуть не точно успевает Панкратов. Так, там Устинович даже уже сложился и все равно при этом отразил удар. Ну, потому что так, с двух сторон-то пошли в Ремезова команды и сказали, что они навяжут борьбу. Ну, вот так. Очень уважительно ко всем. А вот и третий гол Егор Ремезов. Запишет ли на него или все-таки будет автогол? Ну, я бы на Егора записал. Ну все, теперь уже, наверное, даже если... А, так и не было касания. Это кочка такая коварная получилась. Классно. Давайте по истории противостояния посмотрим, бывали ли такие, может быть, не сильно результативные матчи между командами. По сравнению с теми играми. Или Кристалл просто пока еще не включился на полную. Удар издали. Иван Островский забирает мяч. Теперь он. Как здорово Датинья мчится вперед. Но, правда, Панкратов ждал этой передачи. Но зачем-то полез обыгрывать Родриго. А вот и Мищенко, кстати. Родриго дальше. Родриго снова. И Родриго. Завершение. Там тоже есть очень большое искусство. Удар издали. Вот сейчас хорошо было. Пробил Мищенко. Не выцелил Лука. Да, и вот так сейчас, ух, как Епорь сумеет пробить. Пробьет ли? Да, Мискетели Чигашвили забивает все-таки. Но здесь Жариков. Давайте смотреть. Вот. Да, пас неудачный на Епоря. Дальше как-то еще встал Жариков. Ну и все, и тут уже не успеть было заблокировать. Но мы уже увидели вот эту скидку назад от Владислава. Да, и все. Это уже завершающее действие, этот вот мяча от голкипера Строгино. Ну, побилась московская команда. Как могла, посражалась. Достойно, считаю, что сыграла. Кристалл, конечно, во многом может сетовать на ветер и на удручающую реализацию моментов. Действительно, их было много. Но забить сегодня было тяжело. Ну и игру Владимира Устиновича давайте отметим. Голкипер Строгинцев, который большую часть матча провел, был очень хорош сегодня.